Итак, сегодня воскресенье, второй день нашего общего путешествия. Вот я сейчас я должна сказать самое главное. Наконец-то сбылась моя мечта. И видео, которое я обычно делала для девочек, вот, но она не полностью сбылась, конечно, потому что не все девочки со мной, а только их часть небольшая. Но все равно приятно, что я не одна сегодня хожу и рассказываю вам, вру тут про все. Вот. В общем, мы идем в крепость. Люби сказала так: если вы не смотрите ее видео на Ютубе, то она будет заставлять вас ходить рядом с ней и смотреть, и слушать. Поэтому, девочки, у вас еще выбор. У нас с Максом нет уже выбора. У вас еще есть. Да. Вы можете еще это на Ютубе посмотреть. Да, мы с Максом уже не соскочили. Да, мы под колпаком люди. Да. В общем, мы приехали в крепость, которая называется Мариенбург по-немецки. По-польски Максима учила. Ну-ка, скажи, как это называется по-польски? Да, касса билетная. Некоторые ищут уже билетную кассу, потому что хотят непременно сегодня за всех заплатить. Башенка. Итак, этот замок Мариенбург является одним из самых крупнейших кирпичных замков в мире. Разворачиваемся. Нам туда. Да. Вот это другая сторона замка. Ну, в смысле, его стена. Замок после войны в 1945 году.